Заемщицу Каскамерцбанка Айгуль Усеинову судебные приставы оставят в покое. Отменить принудительное выселение решила судья Ауэского районного суда Алматы Рушан Самуддинова. Напомним, несколько раз члены общественного объединения «Оставим народу жилье» отбивали попытки судебных исполнителей выкинуть на улицу Усеинову вместе с детьми. Во время выселения приставы избивали женщин, одной даже сломали руку и пугали маленьких детей. И вот теперь, когда женщина прошла через самые настоящие круги ада, суд встал на сторону заемщицы. Проявление усиленного права Хамиджановны удовлетворить. Отменить замученное решение по гражданскому делу по иску Балбирика Жансаи Балжан КЗ Усиенова и Мухамиджан КЗ Мухамиджановны о выселении. Первоначальное решение о выселении было вынесено заочно. Усиновой не дали возможности защитить свои интересы в суде. Представители ОНЖ говорят, что также не были учтены права ее несовершеннолетних детей. Теперь впереди новые судебные баталии с людьми, которым банк продал квартиру Айгуль. Вот то, что сегодня вот судья отменила решение, это уже действительно там, ну пусть хоть маленькая, но это уже победа, да. Вот, мы рады этому, что хоть чего-то в наших судах можно добиться. Очевидно, крыша над головой заемщицы и ее детей – это в первую очередь заслуга общественного объединения «Оставим народу жилье». Именно своими сплоченными действиями организация несколько раз отстаивала жилище своего члена перед государственно-банковским произволом. И суду ничего не осталось, как считаться, с данным обстоятельством.